бачите, я одразу представлю, до нашої студії завітала Тетяна Оскіна, обласний позаштатний дитячий імунолог. Доброго ранку. От що це таке було? Припинили чи заборонили вакцинацію? І як зараз справа? Тобто поновили, вакцинують дітей, людей чи ні? От давайте розпочнемо з цього. Розвіємо якісь міфи, якісь побоювання людей. Доброе утро. Завтра последний звонок у детей. Я хочу поздравить всех выпускников. И 1 числа День защиты детей. Поэтому есть время, пока детки не уехали, не разъехались на летнее оздоровление. Как раз есть время обратиться к врачу и получить те вакцинации, ту вакцинацию, которую не достает по графику. А детки вакцинируются, это был временный наказ, который просто останавливал вакцинацию. Но на самом деле все дети по плану вакцинируются, и у нас в области достаточное количество абсолютно всех вакцин. Поэтому все, кто хочет защитить своего ребенка, перед летним оздоровлением обязательно надо обратиться к врачу по месту жительства и получить ту вакцину, которую необходимо ребенку. Дуже багато відгуків щодо цього припинення, тому що воно спричинило чим? Смертю дитини в Тернопільській області після вакцини. Після цього батьки ще більше почали, може, якісь міфи про вакцинацію говорити, бути більш негативними до цього. Тому сьогодні ми зібрали переважно для вас запитання від батьків. Тобто, що їх хвилює і хочуть почути від вас відповідь. І от, зокрема, найперше запитання матуся задає, чи може грудне вигодовування замінити вакцинацию пока еще, чи хотя бы якось відтермінувати? Нет, это никак невозможно. Маленькие детки защищены какое-то время, если при условии, если мама болела данным заболеванием, либо мама вакцинирована данным заболеванием, во время беременности она передает свои иммуноглобулины G, которые обеспечивают защиту. И ребенок от 3, ну, максимум до 6 месяцев будет от этих инфекций защищен. В частности, это касается кори, краснухи, паротита, то есть тех заболеваний, которые есть вакцина. Но эти иммуноглобулины со временем они умирают, и ребенок перестает быть защищенным. И уже к концу года он 100% после, ну, во второй половине года защита уменьшается, и ребенок становится, естественно, не защищен. Поэтому никоим образом грудное вскармливание никак не защищает от инфекций. Оно защищает, возможно, от каких-то респираторных инфекций, поскольку там есть интерфероны в молоке. Да, тогда там может быть возможно. Но от таких инфекций серьезных, нет, не защищает. Дякуємо за відповідь. Ще одне запитання. Все ж таки, какую вакцину нужно в первую очередь ввести в календарь прививок? Тобто, я так розумію, і якою чим перше треба вакцинувати дитину? От яка має бути та перша? У нас существує календарь, і перша вакцинація в перший день йде проти гепатиту Б в роддомі. Да, в перший день. Следующая з 3 по 5 – це вакцинація проти туберкульозу. И потом в 2 месяца идет комбинированная вакцинация. Это коклюш, дифтерия, столбняк и полимелит. Дякуємо вам. Наступне, чи потрібно здавати якісь аналізи перед вакцинацією, перед щепленням? Соответственно, приказу нет, не нужно сдавать никаких анализов. Если ребенок здоров и доктор смотрит, и у доктора здоровье не вызывает никаких сомнений, то никаких анализов давать не надо. Но если доктор сомневается в чем-то, да, тогда нужно пройти те анализы, которые назначает врач. І ще одне таке цікаве запитання. От жінка Валентина написала, що їй одна з ними сказала, що коли ваші дитині будуть робити щеплення, слідкуйте, щоб вакцину вводили правильно. Як це можна її вести правильно чи неправильно? Я знаю, що там у сідницю, здається, не можна чи можна. От давайте зупинимось трішечки. За чим ми, батьки, маємо слідкувати, щоб правильно ввели? Ну, вообще, я как бы вопроса такого не понимаю, потому что это не может быть. Не может быть такого. Все медицинские сестры, которые занимаются вакцинацией, они ежегодно проходят обучение и получают справку допуск на дозвел на вакцинацию, на проведение вакцинации.
Поэтому как бы нереально. На сегодняшний день в ягодицу не делают прививки, делаются прививки, либо если это внутримышечно, это в бедро, если это подкожно, это плечо, и капельки оральные полимелит. Оральная, и на сегодняшний день еще есть роторик, живая вакцина, это тоже орально. Тобто боятися немає цього, да? Я так розумію, треба довіритись фахівцям, що вони роблять правильно. Бачите, от завжди, от батьки хвилюються, багато і міфів, і правди, все ж таки, кому протипоказано може бути щеплення? Теж цікаве запитання. На сегодняшний день противопоказания снижены до минимума. Это в основном это очень тяжелые дети. Это дети инвалиды с неврологической патологией, и то не все. Это только тяжелые дети с декомпенсированной гидроцефалией, дети с эпилепсией, с частыми приступами, дети с декомпенсированными пороками сердца, дети очень тяжелые аллергики, у которых были предыдущие реакции на предыдущие вакцинации, и дети с тяжелыми врожденными иммунодефицитами, доказанными с помощью анализов. Поэтому, в принципе... Так, просто така категорія людей. А так, нікому нема. І ще одне із найнаболіливіших питань – побічні ефекти після прививки. Тому що, коли ми зробили щеплення, незначна температура, і батьки вже панікують, що щось зробили не так, що все погано. От давайте, чого варто боятися? Які можливі якісь побічні дії після щеплення? А на що треба звернути увагу? Вже там, наприклад, до лікаря звернутися. От такі симптоми. Давайте. Ну, есть действительно обычные реакции, которые заключаются в подъеме температуры. На сегодня до 39 температура – это обычная реакция, считается. Только якщо течение, температура 39, хвилюватись не треба. До 39, но желательно ее не допускать. И начиная с 37,5 вы уже контролируете и даете жаропонижающие препараты. Температура после вакцинации может держаться до 3 суток. Если температура больше 3 суток, возможно, здесь что-то другое. Возможно, присоединилась какая-то инфекция, то есть должен смотреть обязательно врач. А возможно, местная реакция какая-то, то есть покраснение, уплотнение, отечность бедра. Это действительно возможно. Вакцина АКДС чаще всего дает эту реакцию за счет того, что там содержится достаточно реактогенный коклюшный компонент, тот, который дает эту реакцию. Но это все, в принципе, как бы не так важно. Почему? Потому что ту защиту, которую дает эта вакцина, действительно несравненно с той реакцией, которую она дает. Поэтому 3 дня, я так думаю, что можно как бы перетерпеть. На что надо обращать внимание? Надо обращать внимание, если ребенок очень вялый, либо ребенок очень возбужден, либо ребенок монотонно плачет, и вы не можете его успокоить в течение, там, скажем, получаса, 45 минут. Если у ребенка, не дай бог, судороги, проявление судорог, да, тогда, конечно, сразу надо обращаться к врачу. І наостанок, ще одне запитання, ви кажете, відпочинок, літо, діти будуть відпочивати. Які щеплення варто робити перед літом? Є така категорія чи ні? От зараз батькам, тому що і відпустка плануємо, готуємо, і за кордон збираємося їхати. От від чого маємо прищепити? Надо посмотреть, як би називається, долги. Да. Решить свои долги, если ребенок не привит против дифтерии и столбняка. Это очень важно. Потому что дети едут в лагеря, дети едут за рубеж, дети едут на дачу, и, возможно, какие-то травмы и все прочее, и, конечно, станут вопрос сразу за вакцинацию столбняка. И если этой прививки нет, то ее надо пойти сейчас и сделать до того, как ребенок куда-то поедет. Она есть совершенно в свободном доступе, в большом количестве. Поэтому, пожалуйста, идите, делайте. Прививка эта, если для старших детей, это АДСМ, она без коклюшного компонента, она не дает никаких реакций, проходит очень спокойно, и ее можно сделать, вот буквально ее сделать, и через 3 дня ребенок может спокойно уезжать в лагерь. То есть нет, не будет никаких реакций. Не требуется там вычикувати, ничего. Нет, ничего не надо ждать. Если ребенок не привит против кори,
скажем, первая прививка делается в год, вторая прививка делается в 6 лет. Угу. И если ребенок не привит, то надо обязательно привить против кори. Вакцина тоже есть. Но дело все в том, что на сегодняшний день мы находимся в состоянии повышенной заболеваемости, так, вспышки так, против коревой. И она продолжается. И на сегодняшний день у нас уже 870 заболевших, из них 360 дети. То есть, вы видите, больше болеют все-таки взрослые. Так, взрослые. Вот. Поэтому, конечно, я рекомендую и взрослым привиться и против дифтерии столбняка, і против корі. Угу. Дякуємо вам. Отож, шановні батьки, не втрачайте часу, робіть щеплення для того, щоб наші діти були здоровими і відпочинок пішов нам на користь. Я вам щиро дякую. Тетяна Оскіна, обласний позаштатний дитячий імунолог, була цього ранку у нас в гостях. Отож, будьте здорові, бережіть себе.